Я обучаюсь на втором курсе магистратуры на кафедре судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности. Наши занятия широко направлены на практическую часть и для ознакомления с нашей будущей профессией. Помимо теоретических занятий учебных, у нас часто проходят внеклассные мероприятия, такие как встречи с юридическими практиками. Это судьи, прокуроры, адвокаты, представители Следственного комитета. И мне хотелось бы, чтобы в будущем у большого количества студентов было желание и возможность обучаться по программе нашей кафедры.